Привет, Иван. Все хорошо, модель изучил. Есть пару моментов, хочу обратить твое внимание. У нас почему-то тут балки не в одной плоскости, но ты просил не смотреть сейчас на эту часть, поэтому вернемся к ней позже. Здесь мне все нравится. Все отлично, но нужно сделать отверстие здесь в плите. Это ревизийный лист для оборудования подвал. Пожарная ролета. Красной балкой отметил физический размер бобины. 300 на 300. Но тебе нужно больше размер дать там на 5 сантиметров, по 25 миллиметров с каждой стороны, чтобы монтажный зазор был. В плане она выглядит вот так вот, подвязана в угол существующего здания и откос окна. Вот это физические размеры бобины. В высоту 300 миллиметров и в ширину 300 миллиметров. Сохраняю тебе модель отдельную, твою же конструкцию, в которой будут вставлены. Вставлены ворота. И еще я добавил все-таки железобетонные ограждения. Я согласовал с Олегом, что это все будет полированный бетон. Поэтому мне имеет смысл сразу сделать их железобетонные эти стеночки. Прошу добавить. Все остальное супер-пупер класс. Спасибо, пока.